Как купить квартиру в Турции? Как купить виллу в Турции? Как выгодно купить недвижимость на этапе строительства? Поздравляю! Ваши запросы попали по адресу. Вы попали на YouTube-канал Международного агентства недвижимости и строительной компании «Лига Real Estate». Меня зовут Мария. И здесь мы рассказываем обо всех самых ликвидных и интересных объектах в городе Алания и в городе Мерсин. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите этот выпуск до конца. Сегодня я уверена, что воплотятся в жизнь чьи-то мечты. Мы находимся в потрясающе красивом месте. Этот район Алании называется Кыргыджак. Он славится своими живописными видами, сосновым лесом, а также потрясающей панорамой. С одной стороны, Средиземное море и вся Алания, вплоть до легендарной Аланийской крепости, у нас как на ладони. А с другой стороны, очень красивый горный пейзаж. Зелень, море и атмосфера уединения и спокойствия. Все это ждет вас в новом грандиозном проекте, который заканчивает свое строительство в декабре 2023 года. То есть осталось подождать совсем чуть-чуть. Но даже это время играет роль. Покупая недвижимость на этапе строительства, вы можете прилично сэкономить. И этот проект точно заслуживает вашего внимания. Что же такого мы для вас приготовили? На территории 39 тысяч квадратных метров будет располагаться 7 пятиэтажных блоков, и на этой же территории будет располагаться 40 отдельно стоящих вилл. Ну а теперь обо всем подробнее. Этот уникальный проект – это новый уровень премиального комфорта для каждого члена вашей семьи. Здесь продумано абсолютно все. И начинается все, разумеется, с дизайна. Дизайн общественных пространств и внешнего вида разработан британским дизайнерским бюро с учетом популярных мировых тенденций. Площадь инфраструктуры для комфортной жизни и времяпрепровождения составляет 8000 квадратных метров. И здесь будет абсолютно все, включая несколько уникальных моментов. Девиз, который использовался при проектировании этого комплекса, звучит как «жизнь в наслаждении». И здесь будет абсолютно все для жизни без забот. К вашему вниманию доступен консьерж-сервис 24/7. На территории комплекса будут веб-камеры и Wi-Fi, и, разумеется, территория комплекса будет круглосуточно охраняться. Прямо на территории жилого комплекса будет находиться офис управляющей компании, которая будет быстро реагировать на все бытовые вопросы, которые могут у вас возникнуть. Также на территории будут располагаться магазины и специальные бизнес-пространства для вашей работы и деловых встреч. Инфраструктура этого комплекса включает в себя открытый бассейн, собственный пляж, на который вас будет абсолютно бесплатно возить трансфер, сауна, римская парная и отдельная спа-зона для вашего здоровья и отдыха, площадь которой 3000 квадратных метров. Здесь будет детская игровая комната, а также беседки для вашего отдыха. На улице будет расположена детская игровая площадка, теннисный корт и баскетбольная площадка. На случай экстренного отключения электричества в этом комплексе будет электрогенератор. Разумеется, здесь будет очень современный фитнес-зал, который включает в себя не просто зону для кардио, а также зону свободных весов, групповые персональные занятия, йогу, пилатес и стрейчинг. А также здесь будет мультикорт, о котором я сказала ранее, где вы сможете поиграть в теннис, волейбол, баскетбол и даже футбол. Помимо всего перечисленного, о каких же уникальных объектах инфраструктуры я говорила? Здесь будет собственная прачечная, собственное ателье и самое главное, внимание, комплекс русских бань, которых в Алании еще не было. Это место, где действительно все нацелено на ваш комфорт. И здесь при строительстве не пытаются сэкономить. Использованы самые современные и высококачественные материалы. Везде огромные площади, для того, чтобы всем жителям этого комплекса было комфортно. Как я сказала ранее, здесь будет 40 вилл, а также 148 апартаментов, различной площади и планировки. Об этом я хочу вам наглядно рассказать прямо сейчас. Все квартиры будут сданы с полной чистовой отделкой. И именно в этом варианте вы сможете воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи. В планировке квартиры пентхаусов уже включены гардеробные комнаты, а также продуманная планировка квартир гарантирует шикарный вид.
Какие же квартиры имеются в продаже? Квартиры планировкой 1+1 площадью от 81 квадратного метра. Квартиры планировкой 3+1 площадью от 177 квадратных метров. А также двухуровневые квартиры, пентхаусы, планировками 2+1 площадью 180 квадратных метров и огромные просторные пентхаусы планировкой 4+1 и площадью от 370 квадратных метров. Здесь действительно хватит места абсолютно всем. Кстати, площадь вилл, которых здесь 40 штук, начинается от 338 квадратных метров. Какие же еще уникальные преимущества имеет этот комплекс? 99,9% апартаментов имеют потрясающий панорамный вид на море. Также в квартирах есть одна или две террасы площадью от 14 до 18 квадратных метров, и это очень важно. Отделка, которая уже входит в стоимость, называется White Box. Чистовая отделка, которая включает в себя кухонный гарнитур, мебель и сантехнику в ванных комнатах, а также все коммуникации для установки индивидуальной системы отопления, выводы под интернет и телевидение, а также для установки кондиционеров, алюминиевые профили с двойным остеклением и, разумеется, высококачественная входная и межкомнатные двери. Отдельно мне хочется сказать про роскошные виллы, которые будут располагаться на территории этого комплекса. Каждая вилла состоит из 3 этажей и ее планировка 4+1. То есть она включает в себя 4 жилые комнаты, 1 просторную гостиную и 2 террасы. Площадь виллы 338 квадратных метров. И у каждой виллы будет свой индивидуальный бассейн. Его площадь варьируется от 35 до 45 квадратных метров. Также каждой вилле вы получаете 1 гараж в подарок и отдельное место для парковки на территории виллы. В чем же состоит их уникальность? Во-первых, это потрясающий, невероятный панорамный вид на море, а также близость Соснового Бора. И именно здесь, совсем недалеко, будет находиться городской муниципальный парк, который гарантирует наличие огромного количества зелени. Виллы также будут сданы с чистовой отделкой White Box, которая включает в себя кухонный гарнитур со встроенной техникой итальянского бренда SMEC. Я думаю, что ценители точно знают, о каком бренде я сейчас говорю. Также в ванных комнатах будет установлена мебель и сантехника. Будут выведены все коммуникации для установки индивидуальной системы отопления. А также будут сделаны выводы под интернет, телевидение и установку кондиционеров. Разумеется, уже будут включены комплектующие для установки автоматических рольставней на виллах, а также уже будут установлены алюминиевые профили с двойным остеклением. И разумеется, конечно же, на шикарных виллах будет высококачественная входная и межкомнатные двери. Это тот случай, когда в первоначальной комплектации все сделано премиум-класса. Расстояние до Средиземного моря 2200 метров. Именно это расстояние обеспечивает нам такую красивую панораму, которая гарантированно останется с вами навсегда и никогда не будет застроена. Окончание строительства этого грандиозного проекта запланировано на декабрь 2023 года, и мы с радостью готовы подарить вам подарки при покупке виллы или апартаментов здесь уже сегодня. Какие же подарки мы для вас приготовили? При покупке пентхаусов или вилл вы получаете гаражное место в подарок, а при покупке любой другой квартиры 3 месяца оплаты коммунальных услуг, которая в Турции называется Айдат, абсолютно бесплатно, то есть они идут бонусом и уже будут включены в стоимость вашей недвижимости. Это очень и очень удобно. Этот проект заметен уже с дороги, он отличается невероятно стильным дизайном. И даже сейчас на этапе строительства можем увидеть, какие материалы здесь использованы. Это самый грандиозный проект в районе Каргаджак, который не имеет аналогов. Какой запрос возникает у людей, которые переезжают в Аланию? Чтобы зимой было тепло и комфортно было жарким летом. И, разумеется, конечный результат зависит во многом от выбора материалов для строительства и отделки жилого комплекса. И в нашем случае использованы только высококачественные материалы, которые учитывают особенности влажного турецкого климата, а именно, например, наружные стены и внутренние перегородки сделаны из эффективного керамического кирпича. Фасад специально утеплен панелями из пенополистирола шириной 30 мм. Также выполнена высококачественная гидроизоляция кровли, потому что все знают, что в Алании зимой могут быть дожди. Установлены окна из алюминиевого профиля с двойным стеклопакетом. И, разумеется, ограждения на балконах сделаны из ударопрочного двойного тонированного стекла. Вы можете не переживать за вашу безопасность. А также в отделке фасадов вилл используется FlexStone. Что же это такое?
Это уникальный строительный материал, который на 80% состоит из природных составляющих, таких как мрамор и кварц. Это комплекс, в котором есть абсолютно все для вашей комфортной жизни и отдыха. Неважно, станет ли он местом для вашего постоянного места жительства или же вашей резиденции для летнего отдыха. Здесь вы будете получать удовольствие, и отсюда не захочется уезжать. Современная фитнес-зона, отличная зона для отдыха и красоты, которая включает в себя полноценный огромный спа-комплекс, зеленая ухоженная территория, потрясающая панорама, ну и, разумеется, первоклассный сервис. Все это сочетается в этом проекте. Но я, дорогие друзья, не рассказала вам об еще одном очень важном преимуществе. Данный проект подходит для получения турецкого гражданства. Приобретая здесь недвижимость, вы получаете возможность подать документы для получения турецкого паспорта. А у него, как вы знаете, огромное количество бонусов. Во-первых, вы сможете открыть бизнес намного легче, чем это делают иностранцы. Вы сможете здесь официально работать, получать пенсию и многое другое. Разумеется, вы сможете оформить для себя государственную страховку СГК, которая покрывает огромное количество медицинских услуг, но и получать бесплатное турецкое образование. И это только часть преимуществ. С турецким паспортом вы сможете подавать документы на различные визы прямо на территории Турции. И, разумеется, вы получаете высокую вероятность одобрения. Это уникальный проект, в котором собраны буквально все преимущества, которые только можно себе представить. Поэтому не ждите завтра. Сделайте первый шаг к своему счастливому будущему уже сегодня. Тем более, что уже в декабре 2023 года, когда проект приблизится к своей сдаче, стоимость квартиры здесь вырастет примерно на 20%. А у вас есть возможность сделать выгодную инвестицию уже сегодня. Нажимайте на активную ссылку под этим видео. Она приведет вас в онлайн-чат, где менеджеры компании Liga Real Estate ответят на все ваши вопросы, а также устроят онлайн-тур по данным апартаментам и виллам. И вы в режиме реального времени сможете выбрать, какую виллу вы хотите. Эту, на которой я нахожусь прямо сейчас, или соседнюю, потому что вам больше нравится вид оттуда. Все только в ваших руках. Ну а мы будем рады помочь вам и сделать процесс приобретения недвижимости легким и беззаботным, который оставит у вас только приятные воспоминания. Сделайте шаг в счастливое будущее вместе с компанией Liga Real Estate.